Электрические сети, водопровод, транспортная инфраструктура – важнейшая сфера в городском хозяйстве. Компания «Сименс» представила руководству Самары свой взгляд на решение задач в этих направлениях. Нам сейчас очень интересно иметь контакт на хорошем уровне именно с администрациями больших городов, действительно предлагать наши решения и начинать новые проекты. Возможность внедрения разработок на практике глава администрации Самары поручила рассмотреть руководителям профильных департаментов и ресурсно-снабжающих предприятий. Основной критерий, будь то энергетика или водоотведение, перспектива экономии ресурсов и уменьшение финансовой нагрузки на горожан. Глава города отметил, в перспективе сотрудничество с компанией должно увенчаться и созданием производства на территории Самары. Нам бы, конечно, хотелось видеть, кроме социальных программ, чтобы у нас реализовывались какие-то совместные проекты в сфере развития экономики, создания новых рабочих мест. Предлагаю все-таки еще раз подумать о том, чтобы не просто здесь реализовывать продукцию, производимую на других территориях, да, но все-таки, учитывая наш опыт, наш потенциал, в том числе научно-технический, рассмотреть возможность открытия на территории Самары одного из производств. Я думаю, такие возможности будут созданы, благоприятные. Положительный отклик у инвесторов нашло еще одно предложение мэра Самары, связанное с восстановлением фасадов зданий в исторической части города. Представительство «Сименс» ПФО заинтересовано в открытии нового офиса и готово привести в порядок одно из исторических зданий с тем, чтобы потом получить его в долгосрочную аренду на выгодных условиях. Такая практика существует, и глава городской администрации поручил подготовить список подходящих помещений. Власть и инвесторы нацелены на плодотворное сотрудничество. В ближайшее время будет подготовлен проект соглашения, начиная от вопросов образования и социальной сферы, заканчивая конкретными задачами по поставкам оборудования. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.